Главное, чтобы этих летучих мышей не застал какой-нибудь кот. Например, кот Барсик, которого называют народным мэром Барнаула. Вот тот мышей не ловит, он занимается более серьезными делами. Прилетел он в Москву на одиночный пикет. Выступает против того, что его исключили из конкурса на право украсить новую купюру в 2000 рублей. Хотя Барсик набрал 5000 голосов, которые как раз необходимы для того, чтобы перейти в следующий тур. Сегодня кот вместе со своей хозяйкой будет весь день стоять у здания Центробанка. Дело в том, что организаторы не посчитали животное уникальным символом Барнаула и отказались всерьез рассматривать его кандидатуру. Нас сняли с голосования, потому что сказали, что это не уникальное животное, это обычное животное, с чем Барсик сам не согласен, потому что он считается и является уникальным животным своего города. И он хочет, чтобы его вернули на второй тур голосования.